Нурсултан Назарбаев стал лауреатом специальной премии на международной конференции в Анкаре, посвященной празднованию 550-летия казахского ханства. Президенту Казахстана был передан подарок в виде наскальных наставлений древних тюркских предводителей Тоныкока и Култигина, найденных на берегу реки Орхон. Юбилею казахского ханства в Турции посвятили серию научных докладов. По мнению ученых, давать достойную оценку событиям, имеющим эпохальное значение, очень важно для будущих поколений. Нурсултан Назарбаев – лидер всех тюркских стран. Его вклад в научную и культурную интеграцию братских народов бесценен. Благодаря непосредственной инициативе президента Казахстана были созданы такие важные организации, как Тюрксой, Тюркский совет, Тюркская академия и Совет Аксакалов, которые сегодня успешно работают.